И снова всем привет! И снова с вами я, Ольга Романова, Ромашка, и мой канал «Училка физкультуры в Эмиратах». Итак, сегодня вторая часть видео «Шопинг». Мы попробуем покушать в моле и не получить за это штраф $815 или 3000 дирхам за снятие маски. И побываем в магазине «Мини-сука», где продается вся тематика Марвела. Бэтмены, Человеки-пауки, Капитаны Америка. Ну, в общем, будет интересно. Подписывайтесь, ставьте лайк. Едем! В другом магазинчике. Мини-суко называется. И не такая суко, а мини-суко. То есть, да, не стебитесь. Здесь очень много всяких таких прикольчиков, как и в японском магазине, который я вам показывала в обзоре «Вечерний Ляйн». Честно, просто иногда люблю зайти здесь и поиграться, застрять в детстве. Вот нравится мне играться и все. Пообнимать игрушечки. Ну, тут, в общем, идет весь упор на Марвел, на Суперменов, Капитан Америка и других милых игрух, от которых дети просто тащатся. Вот сейчас просто дети, я так понимаю, доучивают уроки онлайн и дают мне шанс поснимать видео. Ой, динозаврик улетный. Помню, как-то я играла с динозавриком, еле у меня его отобрали. Возможно, во многих странах тоже есть такие магазины. Видела похожий в Таиланде и в Малайзии. Уже идет такие всякие в школу термосики. Снова у нас тема Человек-паук, Капитан Америка. Всякие даже такие баночки. Чашечки, кружечки. Ну, на Марвеле хорошо поднимают. О, класс. Вот, наверное, куплю себе скоро такого человека-паука. Как только выйдем офлайн в школу, стану человеком-пауком. Снова, конечно же, открывашка. Капитан Америка. Марвел, Капитан Америка, Человек-паук. Ложка, чтобы дети ели хорошо. Говоришь, ложку за Человека-паука, ложку за Капитана Америку. Судочки в школу вот такие вот. Сейчас, кстати, все столовые закрыты. И дети должны приносить еду с собой, ни в коем случае не делиться. Ну, цены мы помним, да? В гривнах умножаем на 7, в долларах делим на 3,68. Это вот 35 гривен, такая милота. Ну, нормально, я скажу. В остальных валютах СНГ я не знаю. Извините, можно включить в гугле, найти и узнать цену. Не, ну это вот Человек-паук мне очень нравится. Ну, даже прихваточки все. Не, ну просто вот магазин Марвела, магазин комиксов. Вообще просто Человек-паук, Капитан Америка и все остальные герои. Халк, ах ты класс. Всего 15,75. Сейчас чувствую, насобираю себе коллекцию. Еще здесь есть мой любимый зеленый Халк, Человек-паук, Капитан Америка. И маленькие. Ага, эти штучки очень классные лепить на телефон. Потом удобно делать селфи. Вот так вот вставил палец. Не буду показывать средний палец. Но вставлять удобнее в средний. И все, и делаешь себе спокойно видосики. Ну и, конечно, обложки на телефон. Вот куда без этого? Ну, Марвел, Марвел. Все, пошла на шопинг.
Вот нашла еще здесь маски. Правда, они с непонятными надписями. Я крутила их и так, и так. Вот, разобрать, что написано, что там, но непонятно. Поэтому лучше брать не буду, мало ли чего. Вот еще прикольный такое охлаждение для глаз. Штучка такая, поигралась я уже ей. Наверное, на глаза класть не буду, чтобы не простудить их. Ну и снова Marvel. А вот просто, видимо, в самолет закрывать маску. Класс. Вот, вышли мы из магазина Минисуко. Вот, кстати, видите, я уже одела шапочку, одела курточку. И многие мои друзья задают мне вопрос, почему все время ты в молах, летом, в шапке и в куртке. Сразу отвечаю вам, потому что здесь работают кондиционеры. И здесь очень-очень холодно. То есть это обычный лайфхак. Вы или резидент, вы или турист, пожалуйста, берите в мол обязательно с собой какую-то теплую вещь. Теплую кофточку, теплую курточку, иначе вы нафиг замерзнете. Фу. А как же мне покушать и штраф не получить? Всегда найдется выход. Тра-ля-ля-ля-ля. Опс. Не, ну потом я посмотрела, что все маски приспускают. Спустила маску, нашла выход. И бутерброд от Subway был очень вкусный. Рекомендую.